Сегодня очень трагический день. Михайловский район скорбит вместе со всей Россией, вместе с Кемерово. Это ужасная трагедия. Слов не найти, но мы сердцем, с родственниками, с близкими тех людей, которые погибли, которые сейчас скорбят, мы также разделяем эту всеобщую трагедию. Мы вместе с ними. Знаю то, что это произошло 25.03.2018 года. Очень, как узнал, там сказали, что сначала говорили 64 погибших, потом говорили то, что 300 погибших детей. Но в итоге оказывается, что 64 погибших человека. 41 ребенок и остальные взрослые. Угу. Мне было очень жалко. Конечно же, очень жалко было их. Ну, халатность, печально, да. Слишком очень халатно отнеслись к постройке, вероятно, ко всему вот этому. А вы? Что жалко сейчас? Людей, детей. Родителей жалко, которые дети померли. Там у некоторых даже по несколько детей помирало, жалко просто. Я даже ВКонтакте вот смотрел все вот это в Ютубе. Вон, ты чуть не до слез. Жалко очень. Они как бы не виноваты, им жить да жить, а они уже погибли. Сынок, у тебя есть дети? Нет. Нет, у меня есть. Которых я воспитала одна, и которые инвалиды. Я отлично это все понимаю. Это очень тяжело. Жалко. И детей, и взрослых. У него снова три внучки, два правнука. Это горе, горе, горькое. Дети ведь погибли. Это самое страшное, что есть на свете. Ну, конечно, это скорбь большая для нас, россиян. Главное, чтобы это не повторялось, и извлекать из этого соответствующие уроки необходимо. Ну, конечно, это очень жалко всех людей. Вообще трагедия большая. Солидарны со всеми людьми нашей страны. И в соцсетях сообщения все обмениваются мнениями. Даже многие высказывают, то есть люди говорят, надо действовать, надо проверять пожарные сигнализации в своих заведениях. Ну, сейчас все смотрят каналы, все скорбят, все плачут. А что вы можете сказать об этом? Что сказать? Горе, горе людей. Жалко детей. Право, что ли? Ну, какие могут чувства возникнуть, когда трагедия в Кемерове? Естественно, сожаление, соболезнования. Ну, мне очень жалко погибших детей, там их было очень много. Так жалко родителей. Очень было жалко их. Очень страшная трагедия произошла.